Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Давайте немножечко повоюем. Я, правда, за кадром один ранг себе набил, но это ничего страшного. Опа, у нас, кстати, задание там, по-моему, есть новенькие. Ну-ка глянем, что там. Выиграйте игру растением-героем-стражем. Растением-героем-стражем. И нанесите 20 единиц урона героям ржавым разрядом. Ага. Ржавым разрядом. Ну что ж, давайте тогда мы сыграем за зомби. За нашего ржавого разряда. Давно я за него не играл. Где он? Вот он. Пора бы. Пробное. Выбрать. О, сейчас меня быстренько тут, по-моему, мозги вправят. Эти наши растения. Твою дивизию еще и розу дали, а? Еще и розу мне дали. Будет сложно. Блин, она еще своим вот этим вот эффектом превращать там в любое растение, да. Да плюс еще превращение в козла. Это, конечно, да, ребят. Это трешовенько. Так, на ком розочка это будет играть, интересно мне знать, а? Скажи-ка мне на милость. Давай я вот так вот сделаю. Посмотреть просто хочу, что будет. О, видишь, потратил. Хотя бы так. Окей. Блин, мне до сих пор некого поставить, представляешь? Некого. Что-то вирусов у меня дофига, по-моему, ребят. Давай я так вот сделаю. Интересно, очень интересно. Да ничего я пока делать не буду. О. Тан-таран-тан-тан, да? Поехали. Ну что, оставляем это при себе, естественно. Где мои, это, спортивная колода? А где спортсмены? Объясните-ка мне. На милость. Я не вижу их. Тупо их я не вижу. Так, ну здесь понятно, мы потеряем, да? Погоди секундочку. Тут, наверное, лучше сделать вот так вот. Да и вот так сделать. Погнали. Окей. Хм. Магистр кислых щей у нас тут. Обалдеть. Что тут, друзья мои, происходит? Этого надо удалять отсюда. Да и, наверное, хиляться пора. Окей. Сумоист. Уничтожает. Ха-ха-ха. Подсолнух, ты пойдешь сюда. Угу. Так, ну давай я сделаю таким образом. Ага, восстанавливаем все здоровье. Уничтожает зомби на земле. Окей. Поехали еще. Ха-ха-ха.
Такс, что дальше? Еще один сумоист. Ага. О как. Что бы мне сделать? Ну, понятное дело, арбуз мы вот сюда выкинем. Этого раздавим. И, наверное, вот так вот. Он же превратит, да? Да, он, скорее всего, превратит. Ладно, не будем пока трогать. Но. О, как. Тыква. Что еще? Ну ты серьезно сейчас? Ладно, поехали. Пять. Так, ну понятно, сейчас кого-то превратит. Наверное, вот этого, да? Ничего он не стал превращать. И это, видимо, зря. Че, умоляют, серьезно? Ты серьезно сейчас? Ладно, допустим. Что он хочет этим сделать, не знаю пока. А ты не в курсе, что у тебя осталось там здоровья очень-очень мало? Да, он, видимо, про это забыл. Ну что ж. Что я могу сказать, ребят? Все? Погнали. Еще у него было. Вот так вот. А мне, естественно, помог тот самый маг, который любые мои карты плюс один делает. Без него, конечно, бы вряд ли что-то получилось. И, тем не менее, мы с тобой нанесли 20 единиц урона растениям. Так, а нам нужно выиграть растением героем-стражем. Кто это у нас такой? Страж-герой. У растений. Страж. Мне кажется, либо цитрон, либо орех. Мне почему-то кажется, что это орех. Давай попробуем сыграть за орех. Опачки. Заморозк. 300 лет его не видел на арене, ребят. 300 лет, серьезно тебе говорю, я даже не знаю. О, что я взял-то? Я эту колоду уже со счетов давным-давно списал. Ну. Он же у нас любитель замораживать, да, всех на земле. Пропускаем ход. Думай, задумался. Ну давай. О как. Блин, у меня нету ничего как раз. Кактус это, конечно, хорошо, но, блин. Ну ладно, мы на хилах, я думаю, как-нибудь отхилимся. Да, 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 да. Ты наивный паренек. Давай-ка без вот этих вот своих фокусов, пожалуйста.
Иди-ка погуляй. Погнали. Угу. Опа. Кошатница, ребята. Представляешь? Ха. Бабулечка, ну ты, конечно, даешь. Ты, конечно, тут даешь дрозданам. Погнали. А, твою налево, у него уже две энергии еще есть. Ох ты. Так, ну это хорошо, что он ее так прокачал, ребят, потому что... Потому что потому. Ты достала, а? Смотри, что вытворяет, а? О, ну что, уничтожим всех на земле? Или как сделать нам лучше? Прикрыться ягодой. Блин, я даже не знаю, друзья, что тут, как тут лучше сделать. Давай, наверное, вот так вот все-таки бомбанем. Была, не была. Поехали. Я, знаешь, чем удивляюсь, что у меня... Ну, это совсем не то, что надо мне. Да, хилище и лужайка, это, конечно, все хорошо, я понимаю. Но где карты на восстановление здоровья, объясни-ка мне. Где они? Я не вижу их. Так. Просто взял, тупо уничтожил мне ягоду. Да ёкаламане, будет где-нибудь сегодня хил или нет? Так, ты понял, да, что он сделал? Давай-ка его нафиг отсюда убирать. Поехали. Так, сейчас заморозит всех на земле, наверное, я так понимаю, да? Ну что, ты будешь выставлять своего чучела сюда? Конечно, будет. Ребят, конечно, будет выставлять свое чучело сюда. Как тут сделать-то лучше? Ребят, как сделать лучше? У него, если у него заморозка, то, естественно, он сейчас заморозит. Давай проверим. А я тебе говорил, что заморозка всех растений на земле будет. Это плохо, что... Так, будем надеяться, что... Не, не получится. Получилось, ребят. Тогда живем. Тогда живем. И очень круто живем, кстати. Во-первых, берем защиту. Опа. А теперь смотри. Хлоп. И хлоп.
Хе-хе-хе-хе-хе-хе. И уничтожает растение, окей. Рикошет случайного. Ха-ха-ха, тебе это не поможет, парень. И это тебе тоже не поможет. Радость ты моя. Поехали, ребят. Да блин, ты серьезно сейчас? Ну ты сейчас серьезно, вот это вот все. Ага. Ой, ребят, я даже не знаю. Давай я сделаю следующим образом. Поехали. И чё? Ну и чё дальше? Ой, молодец. Ой, молодец. Такс, хиляемся, ребят. Да. Кстати, вот сюда, вот именно в эту команду очень было бы хорошо взять, знаешь, кого? Тот самый алоэ. Кстати, помните, я говорил, что разобью все карты, дубли, которые у меня были. Да, ребят, я разобрал, и у меня получилось. А где там, посмотрите, сколько у меня получилось-то. Так, в коллекцию, когда нажимаешь, это на разбор идет. Ну, например, давай посмотрим. Вот любую карту выберем. Там, по-моему, 5000 с лишним у меня. Вот, а, даже 6000. 6130 у меня энергии появилось. То есть я могу спокойно создать одну легендарную карту. И вот про растение, что мы заговорили. Вот, вот это алоэ. Либо вот это вот. То есть выбора очень много. Вот как вы думаете, кого лучше взять? Либо этот вот баклажан. То есть выбор как бы есть, но кого взять, не знаешь, понимаешь? Хочется и того, и сего, блин. Вот если вы мне подскажете, может быть. Ну, кто, наверное, смотрит меня там очень давно, знает, в принципе, какие у меня легендарные карты. У меня их не так уж и много, если честно. Но почему-то мне кажется, что алоэ бы, наверное, зашло бы здесь. Именно под хилищую колоду. Ой, вообще замечательно было бы. Оно же дает плюс 10 к здоровью, да, героя. И еще и восстанавливает на десятку хп. Так, ты смотри-ка, у нас тут с тобой вон кто. Разгром буянит. Разгром буянит. Так. Че поставит? Ничего. А если вот так вот сделаю? Хоп. Если есть камень, то он, конечно же, им воспользуется. Хотя у него может быть баллончик. Пч, вот этот, который. Охотников. Охотников он берет. Хо. Ты глянь-ка. Ты глянь-ка, кого он там взял. Призрака. Ладно, давай так сделаем. В плане, блин. Ай, точно, ребята, это же. Я совсем забыл про него. Что он же будет. Да. Лопухнулся, ну ничего не поделаешь с этим. Так, что нам лучше сделать? Как нам лучше сделать? Он же пойдет, да? По идее. Полетит. Полетит. Пускай летит сюда тогда. Пускай летит. А что он не летит-то больше? И вот так вот сделаем.
Ага. Вот такие вот у них. 7 в лицо, это, конечно, больно. Ну, сейчас прокачаться же, по идее. Да что ты, ё-моё. Ты серьезно? Я 2 раза сходил, и у него уже защита сработала. Тебе не кажется, это чересчур круто? М? Ландшафт он еще здесь поставил. Не знаю, давай кого-нибудь уберем отсюда, может быть. Да почему этого-то... Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Куда ты поставил, Рэй? Ну, ё-моё, ну чё ты тупишь-то, господи, ну ты... Да, такой тупости, ребят, я уже давно не помню. Тут же минус один делает ландшафт. И я поставил сюда этого. Молодец, додумался. Все, ребят, это уже называется... Невнимательность первой категории. 2 призрака у него вот этих вот будет, да? Ну, естественно, с эффектом охоты. Чё-то у меня так везет на ландшафты, я тебе скажу. Ой, везет мне на ландшафты, ты посмотри. Да это мне плевать, что он там сделает. Давай так вот сделаем. На воду он не встает, да? Хе-хе-хе. Отлично. Проверочка. Че там? Ага. Так, ну защита-то сработает. Должна, по идее, да, у нас, друзья? О, фига, она не сработала. Пока ставим. Че он сюда сейчас могилку эту воткнет? Или что он там сделает? Прикинь, опять мне не дают ландшафт. Он мне сейчас вообще необходим, как я не знаю что. Они мне не дают этот ландшафт. Так, этого... Ну, этого мы переманим. Получается, да? Поехали, я сделаю вот так вот. Еще сделаю вот так. Плюс. Здесь мы заморозим. Сделаю вот так. И... Пожалуй-ка вот так. Хочется просто посмотреть. Да ладно. Уничтожил. Хорошо. Угу. Допустим. Все. Сейчас будет, ребята, решаться кое-что. Чего? Все, надеюсь, на этом. Да ты заколебал, а?
теперь все? Можно, да? Поехали, ребят. Давай еще. Еще, пожалуйста. Хил, наверное, взял. Взял, наверное, хил, ребята. Ай, ёпарасоте. Ну, тогда да, ребят. Тогда чутка мне не хватило. Ну, бывает, ребят, бывает. В принципе, колода была выигрышная. Если бы ему этот хил бы сейчас не выпал бы, кормил бы он, я не знаю, там, червей бы. Просто из-за хила, ребят. Ну что, поехали. Бессмертие. Подожди, а что у меня здесь делает этот банан? Ладно, пускай стоит. Я ничего не возражаю, ребят. Пускай стоит банан. Бессмертие. Погоди, а что это за колода у меня такая? Это, по-моему, никакие не орехи, ребят. Давай так сделаем. Ага. Лопатку свою кинул. Так, летучие мыши у него там есть, да? У нас это 2 плюс 2. Интересно. Давай я сделаю так. И вот так. Допустим. Что он дальше будет делать? Окей. Неужели у него сейчас срабатывает эта защита? Блин, черт бы ее побрал, а. Ой, уничтожает. Карту то, что он тянет, это да. Ну ладно, допустим. Допустим, ребята, что дальше нам делать? А давай я вот так вот сделаю. Так, он лежит, мороженое потирает. Ох. Так. Два бананчика, пожалуйста. А, один. С летучих мышей. Ну, поехали. На, на. Ну, теперь будет самое интересное, ребята. Ох, прокачался у нас. Так, 5, это получается. Да ты заколебал. Ты мне решил тут все заложить, что ли, этим, я так понял, да? Ну, допустим. Так, если я поставлю на воду, а орехом прикрыться здесь. Ну, как вариант. Как вариант, ребят. Чё там, уничтожаешь? Уничтожает. Погнали. Так, так, так. Ого. Угу. Печалька прям.
если честно. Ладно, сделаем так. И, наверное, вот так вот. Поехали. Пиу. Пиу. Так, опять в лобешник ему. Ох ты. Хил у него там, блин, ребят. Представляешь? Как же мне тут лучше сделать, а? По идее, нам надо прикрывать его, да? Поехали. Ну, 6 здоровья он восстановит себе. Ладно, допустим. Я не могу только понять, но он что, на гаргантюахах играет? Или что тут вообще творится? Вот что я не могу понять. Ну, все на этом? Погнали. Отлично. Ха-ха-ха, берет дополнительную энергию. Ну. И размещает зомби-астронавта. Ну, понятно, этого астронавта мы с тобой, естественно, уничтожаем. Эх. Друзья мои, что будем делать? М? Шесть в лицо, конечно, никому не хочется получить, понятное дело. Поэтому давай, наверное, сделаем так. Плюс вот так. Да и хорош пока. Нет, 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 нет. Это вот ему сейчас выпала вот эта карта, что ли? Это вот ему выпала вот эта вот карта? Да это просто, ребят, фортуна, это удача, я не знаю. Просто я не знаю, какая удача должна быть, чтобы тебе выпал зомбот. Ну да, такое бывает, ребят. Даже у меня было такое. Поехали. Но тем интереснее играть, понимаешь? А я тебе говорю, после 20-го начинается уже намного все сложнее. Так, ну мне здесь нечего ставить. Банан. Да некого, некого. Так, наверное, летучих мышей там своих, да, держат при себе. Можно, в принципе, это проверить. Давай. Посмотрю, есть ли летучая мышь у него или нет. Конечно, есть. Угу. Так. Что нам сделать-то, ребят? Сюда, наверное, да? И вот так вот. И вот так вот.
Банана. Банана. Да-да-да-да-да, ага. О, как. Как бодренько это. Найди отсюда. Эй, пускай там стоит, даже трогать его не буду. Такс. Ох ты. Подожди, 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 а как он его... Как он его поставил-то? Он стоит фиг знает сколько, я не могу понять. Ладно, утырки. Погнали. Ну? Ага. Давай смотреть. Ну дальше что, у тебя две, что ли, такие штуки есть? Ага. Так, что тут? Да подержим пока. Ага, поддержим. У него уже... Да-да-да-да-да. Только лишь бы не получить урон. Сумоист. Оу, йо. Кто мне достался, друзья? Ха-ха-ха. Так, медик выполз. Пам-парам-пам-пам. Значит, что нам нужно сделать с тобой? Я так понимаю, вот так вот сделать. Ну, здесь, понятное дело, заморозить. Этого к чертовой бабушке снести. Этого тоже схомячить. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. И вот так вот сделать. Погнали. Ну, восстановить здоровье, да. Тут ничего не поделать, ребят. О, еще трясовый. Еще заморозочка. Все? А, все, все, он стоит. Ну, что-то он замер. Что-то он, думаю, замер. Сделай-то. Давай так вот. Пюн-пюн-пюн-пюн-пюн-пюн. Пюн-пюн-пюн-пюн. Поехали. Допустим. Так, только не говори, что у тебя сейчас будет там, ну, как это называется-то?
На земле один-один. Ну все, ему крышка, ребят. Опять же тебе скажу, повезло, что выпало мне две заморозки. Две, ребят, заморозки. Это, опять же, вот эта птичка наша манила. Подожди, что-то мне вот эта вот колода не совсем похожа на мою. Да вроде бы как она. Так, подожди, они поменяли, что ли, мне ее? Поменяли или я уже путаюсь? Как две горошины. Да вроде как она. Ладно, давай. Попробуем сегодня набить 22 ранг и, наверное, будем закругляться, друзья. Так, 9 ранг. Ну, видно, сердечко есть, значит, в лиге участвовал. В прошлой. Я не могу понять, зачем я этот комок-то с собой таскаю, если у меня, как бы, получается колода на орехах. До сих пор не могу врубиться. Так, это, блин, ребят, это, по-моему, спортивная колода тут у нас корячится. Камень есть, валун есть у тебя? Если есть, то хана тебе. Почему вот это вот не идет как заклинание, ребят? Я не понимаю. Пум-пум-пум. Кому он сюда хочет поставить? Что там у нас? Здесь получает три к атаке. Ну, на банане мы можем убрать его, естественно, да? Кого он сюда не поставил? Ливер 2. Ливерная колбаска. Ливер 2. Ну. Ожидание соперника. Ожидаем. Что-то я не знаю, ребят. Видимо, нас не ждет здесь никакой спортивной колоды. Персонаж просто взял и сдался. Ну, это халява. Давай тогда еще один поединок сыграем. Потому что я думал, тут будет, ну, битва там, я не знаю, на полчаса, а тут сдался партизан. Так, блин, разгром. Вот мода, то разгром, то я не знаю. Но сегодня порадовала меня, конечно, колода этого, как звать это, заморозга. Круто, конечно, ему повезло, очень круто. Опачки. Родной ты мой. Вот, что ли, где спортсмен этого у нас тут запрятались, да, ребят? Вот они где ныкаются. Ты смотри-ка, что творит. Ну, давай-ка я вот сюда поставлю. Не дай бог у тебя валун есть, а? Бамс по мозгам мне, на! Так, ладно, у нас на следующем ходу сработает защита. Это нормально. Кого-нибудь сюда влепишь, нет? Влепил. Тю-тю-тю-тю. Но он... Я не знаю, что он сделает, ребят. Но что-то сделает. Уберем его отсюда. Ты смотри. Понял? Такс. Что у нас тут? Вихрь. Иди отсюда. Поставил его обратно, да, сюда? Безумие. Так, друзья мои, безумие послал. Блин, да что ж такое-то? Что это за непруха-то такая, а?
Так. Что-то новенькое, друзья. Что-то новенькое. Давай смотреть. Так. Ага, клононасы, да? Ой, клононасы, как... Ты понял. Ага, вампирчика позвал, да, сюда? Блин, гориллы, а. Ну, погнали. Прокачался, да? И все, больше мне, друзья, не поставить. Странно, почему-то не... Ну ладно, давай. Что у нас осталось? У нас осталось с тобой только лишь заморозка. Как ты понимаешь, тут выбор невелик. Что от этого проиграем, что от этого. Сам понимаешь, да? То есть этот сейчас уничтожит, облизнется, прокачается и добьет. А все виной тому, что, ну, не было, ребят, карт у меня. Не было карт. Первый, второй, третий ход вообще пропускал. Он уже начал этих зомби выставлять, а мне уже и не прикрыться. Все, ребят, последний поединок, наверное. Да что вот это вот? Это замех. Да здравствуйте, приплыли. У вас что сегодня? Не сегодня, а вообще у вас мания, что ли, какая-то, не пойму. Помешанный, что ли, на этом всем? Пам-парам-пам-пам. Я не знаю, ребят, что у него там. Что у него там есть, но что-то у него там есть. Угу. Шаблонный дурачок. Угу. Так, смотрим, друзья мои, внимательно. Опа. Началось, да? Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Ага. Допустим. Так, кого-то здесь надо будет выкидывать. Кого-то здесь надо будет выкидывать. Hello. Hello, my friend. Заклинашка-то у него, наверное, осталась, да, я так понимаю? Или он потратил? А, он потратил же.
конфеточку. Угу, клононасы. Дай-ка мы этого дурачка попробуем сюда убрать. Да ёпарасете, тренера, блин, убрал. Ну, какого же лешего ты тренера-то убрал, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Ладно, пускай выставляет тренера. Убираем вот этого. Иди отсюда. Ну это что, вот, вот сейчас, ребята, молния у него осталась. 3 единицы урона основной цели, да? А, не, вот так вот. Это беда для меня. Ну что, теперь пытаемся пробить, ребятушки. Знаете, только в чем проблема все? То, что у него опять сработает защита. И нужно 3 удара нанести. 3. Поехали. Вот. И смотри, сейчас он что сделает. Он бомбанет вот в этого, уничтожает этого и вот этого. Это, ребят, как всегда, это классика жанра, блин. По-другому это не назвать. Вот и все. И вот тут ты уже ничего не сделаешь, к сожалению. Хотя, почему не сделаешь? Я не знаю, кто у него там прячется. Поехали. Тогда все, тогда кранты. Тогда, ребята, все, здесь уже ничего не поможет. К сожалению. Ладно. Да и там бы не помогло. Да и там бы не помогло. Но я тебе говорю, вот как всегда, как назло выпадает вот эта вот заклинашка, блин. Раз мы столько проигрывали с тобой за этот. Имею право сыграть тогда и за грибы. Имею право сыграть за грибы. Блин, ну ты что это такое, а? Понял? Ну, у него тоже наверняка что-нибудь есть, да? Против гриба-то этого. Ха-ха, зомби-астронавта я. Я так и понял. Ага. Лютый какой-то добор пошел, ладно. Шут с вами. Шут с вами, как говорится. Ну, кто там, что там, где там? Опять этот спортсмен, а? Опять этот, ребята, спортсмен.
топку этих чудиков. Зомби подороже, да? Окей. Опа, вот это плохо, ребят. Я только хотел, думал, звезду поставить. Погнали. Давай сюда, пожалуйста, давай сюда. Да ёпрсы, ну... Куда угодно, блин. Ну вот, вот нет, чтоб сюда. Нет, вот зачем, блин. Ребят. Каменный голем, это плохо. Это плохо, каменный голем. Потому что в следующий раз это может быть зомбот. Так, ну звезду, понятное дело, прикрываем сразу же тут. Так, один. Кофейные, да? Зернышки бобовые. Ладно, погнали. Че, он в воду, что ли? Нет, он в воду не пойдет. Так, друзья, ну ты здесь в другом проблема, что 8 в лицо, как бы, ну, ты сам понимаешь, да? Это просто беда. Есть. А так вот это вот, да, хламье, блин, опасное. Ну что, еще или все, ребята? Ну давай, последний, все, последний. Последний отыгрываем, все, а то... Ты видишь, да, что у меня поражение больше, чем выигрыш. Ну, уже что-то. Против бесячества. Против бесячества мы играем. Так, только не говори, что у тебя там... Блин. Баллончик этот. Есть. А нет, нет у него баллончика. И это хорошо. Защита, правда, у него сработает, да? Получается. Пиратик. Да, сейчас будет не очень, конечно, приятно. Сейчас, ребята, что там ему досталось? Я уже не помню. А, в надгробии прячет. О, даже как. А вот это вот плохо. А, вот это плохо, ребят. Очень плохо. Так, он сейчас сюда и перейдет. Ага. Ха-ха-ха-ха, говоришь? На тебе. Окей. Еще, да, такое же чудило? Ну, тут ты, парень, не прав. Погнали.
Решил переместить. Даже так, окей. Фью. Тэп-тэп. Хорошо. Очень, друзья мои, хорошо. Грибов, правда, нету. А так очень хорошо. А так очень хорошо. Давай, наверное, сделаю так вот. Там бесячество, наверное, вызовет, скорее всего. Как мне кажется. Проверим. Угу, я же говорил, бесячество вызовет. И, блин, на тех вот. Так, ну защита все равно сработает в любом случае. Тюнь-тюрин-тюнь-тюнь. Дождик мы пока оставим. Он будет свою пугало это вызывать или нет, я не могу понять. Ковбой-то своего этого. Нет. Тяп-тяляп и все. Не знаю, давай так сделаем, наверное. 2 и 1, да? Вот так. Поехали. Тун-тун-тун-тун. Хлоп. Угу. Звезда. Ну давай посмотрим. Какую ты заклинашку там применишь? Все, ребята. Да, 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 конечно, ага. Ну и все. Давай, звезда. Вот на такой, ребята. Оптимистичной ноте мы с вами, пожалуй, и закончим эту серию. Были победы, были проигрыши. Ну, в общем, игра сегодняшняя мне очень понравилась. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.